Ейски, ребята, меня зовут Флэвиус, и сегодня красный шарик, ребята, отправляется на охоту. И смотрите, у нас тут лодочка, в которой мы будем путешествовать по этой бурной реке. У-ху-ху, плывем, плывем, плывем. Так, посмотрим, что же мы, ребята, найдем интересненького там. Бац, так. О, смотрите, ребята, какие шипы. Ого, так, кто же их здесь оставил? Интересно. Мне кажется, это злодейские квадраты оставили здесь эти шипы, чтобы мы не прошли. Вот так вот. А вот и он, квадрат, ребята, как я и говорил, видите, недалеко он ушел. Ай! Ой-ой-ой, чуть не попал. Ой-ой-ой, две тут пилы, ребята. Вот это да. Так, опаньки. Ну сколько же тут монеток, ребята. Надо их все как-то собрать. Как-то надо их вот тут-то-то-то-то. Оп. Так-так-так-так-так-так-так. Ай, нет, сожрало нас. Монетки наши. Так, давайте-давайте-давайте. Опа. Так-так-так-так-так-так-так-так. Давай-давай-давай, шарик. О, почти все собрали, ребята. Вот это круто. Такс, последняя монетка, опа, и убегаем. Фух, было быстро, ребята, и мы это сделали. Ай, ребята, смотрите, это же булава. Ай, нет, ой, чуть нас не споймала булава. Так, ай, как же тут пройти, ай, просто бежим. Так, что тут у нас? О, вот это что. Смотрите, ребята, лиана там перетягивается с помощью кнопочки. И есть. Довольно-таки быстро, кстати, прошли мы. И уровень 23 ждет нас впереди. Так, что здесь у нас? Упс, упс, такс. И, ребята, что тут у нас? 23 уровень. И тележка, что же нам нужно с ней сделать? А, ну понятно, в принципе, так. Ой, о, ребята, все взорвалось, ай-яй-яй. Так, ладно, нужно быть аккуратно с этим костяным парнем, а то он нас может взорвать, ребята. Опа, ай, нет. Ай, испортил нам он все здесь, всю малину, ребята. Неправильно эта штуковина встала. А ну, может, мы так проедем? А, нет. Все, утопили тележку, ребята. Да уж, ну смотрите, зато тележка плавает. Прикольно. А ну-ка, может, мы как-то ее здесь сможем достать? Эх, нет. Похоже, все, ребята. Все накрылось. Эх, ну ладно, давайте начинать заново. Это, ну это было забавно, знаете. Теперь мы знаем, что здесь можно вот таким вот образом все это загубить. Так, ну ладно, давайте аккуратненько как-то. Надо, чтобы этот негодяй взорвался. О, аккуратненько тут. Тихо, ребята. Фух, чуть опять не загубили, ребята, все, мы здесь, отлично. Ну все, теперь едем, я знаю, тележка нам нужна для безопасного проезда вот здесь вот. Оп, и так, так, и все шипы мы обхитрили, ребята, вот какие мы молодцы, квадраты нас не достанут. Так, прыгаем на мостик, оп, такс, и теперь вот сюда запрыгаем, вот сюда, тихо, ай! О, это шипы, которые, в принципе, нас не особо так убьют. Хорошо, хорошо, ребята, значит, еще раз перепрыгаем сейчас. Видите, у нас еще осталось здоровье. Так, я говорю, запрыгаем сюда. И посмотрим, что из этого выйдет. Бац, так, что ж оно так все шатается-то, а? Надо его как-то установить. Опа, так, а тут у нас получается... Угу. Вот оно что получается у нас. И опять нам нужно пропрыгать. Нет, ребята, утонули мы. А ну-ка за монетки возродимся. О, все, отлично. Так, теперь мы здесь можем так открыть проход. Ну, я теперь понял, как его открыть. То есть два раза нам нужно прыгать туда и сюда. Так, опять чуть не упали, но нас как-то вытолкнуло. Хорошо, хорошо. Тикс, тикс,
TX и вот TDX мы здесь. Открываем рычажок, так, перепрыгиваем и заново нам нужно запрыгнуть на эти. Ведь они тут шатаются и второй раз уже труднее, конечно. Но мы это сделали, мы молодцы, ребята. Так, все звезды мы получили и есть. И что же дальше нас ждет, ребята? А дальше нас ждет не менее захватывающее путешествие. Поэтому вы обязательно ставьте лайки и ждите следующей серии. Adios, amigos.